Турнир по хоккею с шайбой состоялся в исправительной колонии строгого режима номер 33 в Спасске Дальнем. Игроки Владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» сыграли с любительской хоккейной командой колонии «Волки». На территории исправительного учреждения установлена хоккейная коробка с обновленным ледовым покрытием. Непрофессиональные спортсмены обеспечены всей необходимой хоккейной экипировкой. Цель наша профессиональная – это помогать исправляться нашим подопечным и выйти на свободу, как говорится, с чистой совестью и не совершать в дальнейшем никаких правонарушений и преступлений. Формы разные. Есть и трудовая занятость, воспитательная, лекционная, и спортивная. Она и сплачивает коллектив. Видели, как играет команда. Серьезно играет. Мы ожидали немножко полегче. Но профессионализм моих друзей, коллег по хоккею, превысила, поэтому победили. Команда осужденных «Волки» регулярно тренируется. Спортивные навыки, приобретенные на воле, пригодились непрофессиональным спортсменам. Максим Климчук до того, как был осужден, увлекался любительским хоккеем, поэтому на льду смог быстро сориентироваться и помочь команде достойно сыграть. До этого играл на воле. А почему вы решили сегодня принять участие? Потому что занимался до этого. Игра закончилась со счетом 10-5 в пользу «Адмирала», но «Волки» признаются, проиграть профессионалам не стыдно. Впереди у них интенсивные тренировки. Ребята хорошие, трудятся, они на своем уровне. Я считаю, у них хороший потенциал. То есть, надо тренироваться, как и всем. Познается все в тренировочном процессе. Надо повышать свою квалификацию. Побольше таких встреч устраивать, побольше самим тренироваться, и тогда будет успех. В конце матча игроки «Адмирала» вручили соперникам шайбы и спортивную атрибутику с именными автографами. Екатерина Князева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.